Ну, прежде всего, Максим Александрович, он мастер и творец. Настоящий музыкант, настоящий композитор. Плохих песен я у него никогда не слышал. Для меня эта песня, ну, является определенным таким символом веры, символом духа, русского духа. Такие песни не должны слышать, слушать, пропускать через себя, через голову, через сердце. Пусть смелое сердце поднимется первым. Родина! Большой честью исполнять это произведение и всенародно своего рода гимн. Россия, мама. Слишком ответственная песня, действительно ответственная песня. О родине, которой я обязан всем, что я имею. О людях, которые в ней живут. Для меня эта песня, ну, является определенным таким символом веры. Символом духа тех людей, которых уже нет, которые еще отдадут свои жизни за свою страну, в которой они родились. Не было никогда никаких сложностей с Максимом Фадеевым. Мы великолепно друг друга понимаем с полуслова. Но, в общем-то и в целом, совместные произведения, я очень надеюсь, еще буду. Сейчас напевается одна песня. Уже, в принципе, она напета, и она мне очень понравилась. Если он позволит, мы обязательно ее споем. Обязательно споем. И очень здорово, что мы все-таки снимаем небольшой, вполне статичный, аккуратный ролик на это произведение. Очень надеюсь, что до сердец людских это дойдет по-настоящему. Мы к этому приложим все усилия.